Вопрос. Каков хукм использования техники Элибана? Она используется для увеличения густоты ресниц, и они остаются такими некоторое время. В интернете можно найти много объявлений об этой технике, об обучении ей и о том, что это такое. Не относится ли эта техника по положению к присоединению дополнительных волос? Ответ. Хвала Аллаху. Нет ничего плохого в использовании этой техники, если она не вредит глазам, так как основой в таких действиях является дозволенность. Это не относится к присоединению, аль-васль, потому что указанная выше техника красит ресницы и поднимает их при помощи некоторых растворов и инструментов. Здесь нет добавления волос к волосам или добавления дополнительных волос. Если же эта процедура наносит вред глазам, то она становится запретной, харам. Потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другим». Аль-Альбани в Сахих ибн Маджа сказал, что хадис достоверен, а Аллах знает лучше.